У российских школьников может появиться новый гаджет, так называемый скулфон. В отличие от обычных смартфонов, его можно будет использовать на уроках. Чем помешали привычные смартфоны и какие опции будут доступны в новом гаджете? На эти и другие вопросы искала ответ моя коллега Наталья Кислякова. Надо строго какие-то правила вынести, что вот нельзя, когда включать, да что, да. А если после уроков или на перемене, если, например, моему внуку, мальчику что-то надо сообщить маме, так почему бы и нет? Ну, наверное, лучше запретить. Почему? Потому что дети на уроках сидят в телефонах и плохо воспринимают информацию. Положительно. Положительно? Почему? А чтобы дети не отвлекались на телефоны, на игры. Ну, как бы отвлекают, да, телефоны-то, они бывают и на уроках, наверное, играются. Так-то, угу. Да. Опять, с другой стороны, опять надо, чтобы ребенок со школы пришел, он позвонит, что идет домой. О том, что мобильные устройства мешают проведению уроков, говорят не только родители, но и учителя. В уставе школ даже есть пункт, который запрещает использование гаджетов во время учебного процесса. Однако зачастую его не соблюдают. Бывают ситуации на уроках, что мешают действительно настолько сильно, что учитель начинает нервничать, ребенок отвлекается. Бывают ведь ситуации такие, что ребенку звонят в середине урока, он просто встает и выходит из класса. «Мне надо ответить». Он говорит, мне нужно ответить. Выходит и говорит, звуки, многие дети звук не отключают. И иногда возникает очень тяжелая конфликтная ситуация на уроке. Учитель объясняет материал, ребенку звонят, он встает, выходит, не отключает звук. Это тоже ненормальная ситуация. Ненормально. То есть здесь проблему, конечно, нужно решать. А вот в уставе школы там есть такое положение, они запрещают пользоваться телефоном на уроках, но, однако, не всегда оно соблюдается. Впрочем, глава комитета Госдумы по образованию предложил Ростеху разработать альтернативу современному смартфону «Школфон». В устройство на аппаратном уровне зашьют все необходимые приложения и фильтры, а также контакты родителей, учителей и одноклассников. Наш эксперт, журналист Михаил Веселов, который активно участвовал в обсуждении такого нововведения в социальных сетях, подсчитал, сколько будет стоить переход на «Школфон» и при условии стоимости одного аппарата – 5000 рублей. По подсчетам журналиста, порядка 80 миллиардов. Как это скажется на семейном бюджете, если родителям школьников придется приобретать для ребенка и смартфон, которым он будет пользоваться вне школы, и школфон для учебного процесса? А если детей в семье несколько? Что касается дополнительной нагрузки на семейные бюджеты, связанные с приобретением, с необходимостью приобретения школфонов, ну, наверное, надо идти к государству по тому же пути, как и с организацией питания в школах. Те семьи, у которых низкий доход, для которых станет серьезным бременем приобретение еще одного гаджета, наверное, это может быть сделано за счет бюджета региона или федерального бюджета. Остальным же я бы считал правильным просто предоставить рассрочку на период обучения. Будет ли проект поддержан и разработают ли школфоны для школьников, еще под вопросом. Однако Роспотребнадзору уже поручено разработать запрет на смартфоны в школах к 1 сентября. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Владислав Ткачев, телеканал «Север».